Всем привет, друзья! Я нахожусь в этой студии на замечательной программе «Сердцееды», которую ведут вот эти два потрясающих молодых человека, Ваня и Юля. Ужасная история, друзья мои, это то, что я родился в самый, что ни на есть, женский международный день 8 марта. Простите меня, мои дорогие и любимые девушки. Я исправлюсь. Вот он, перед вами человек, который, мне кажется, ненавидит тюльпаны, как подарок на день рождения. Ты знаешь, наоборот, я как раз таки к тюльпанам очень хорошо отношусь, но мне это не дарит, у меня это день рождения. Я ж не Николай Басков, я дарю цветы в этот праздник замечательный, а девушки мне дарят только улыбки и поцелуи. Ну мы заготовили, прям по ролям разложили информацию для начала. Вань, давай, заряжай. Уважаемые друзья, 21 марта в клубе Black Door, 19:00. Все журналисты смогут не только выпить и закусить, но и увидеть новый клип группы «Цвет алоэ». А 22 марта в клубе «Миллениум» ночью все смогут выпить и закусить на сольном концерте группы «Цвет алоэ». И, в общем-то, увидеть уже там клип смогут все. Между прочим, концерт будет посвящен дню рождения группы. Группе исполняется 5 лет. Сердцееды не могли обойти этот момент стороной. А кроме того, что у меня серьги с буквы «Л». Ты видишь? Да, о, боже ты мой, дорогая ты моя. Плюс один. Какая ты умничка, да. Лобковские. Дайте вот. Даже поцелую за это. Давай. Кроме этого, сейчас придется целовать и Ваню, потому что Ваня замечательный подарок для вас. Да? Да. В честь дня рождения твоей команды, твоей группы, мы долго старались. Не томи. Пекли это кондитерское чудо света. Happy birthday, Цвет алоэ! Ой, это я должен тоже делать, да? Да. Спасибо! А теперь ты должен на 3-4 это задуть. Да. Ребята, я поможете там мне, группа «Цвет алоэ», которая сидит там по ту сторону. Ну что ж, я начинаю. Падает, вместе да, с нами. Он падает. Есть! Отлично! Ура! Рождение, да. Наша первая рубрика «Гость тут». Обычно мы забиваем в «Тутбай» имя и фамилию нашего гостя и находим некие ссылки, которые обсуждаем. Но сегодня у нас, в общем-то, другая ситуация. У нас есть особый инфоповод. Да. Да, 5 лет группе «Цвет алоэ» исполняется совсем скоро. Поэтому мы брали информацию из пресс-релиза. И вот первая, пожалуйста, новость о тебе. Лидер группы Сергей Лобковский, яркий и запоминающийся солист, поделился хорошей новостью. Группа решила преподнести всем подарок и презентовать на пресс-конференции новый клип на песню «Лед». Съемки клипа окончательно завершатся за несколько дней до дня рождения. Вот буквально на днях, да, закончено. Расскажи, уже песня была открыта широкому доступу у людей? Да, песня уже ротируется успешно на белорусских радиостанциях, и не только. И пираты наши работают очень оперативно. В первый же день, как только мы ее выложили в интернет, она сразу же получила огласку и уже появилась на всех, наверное, порталах. Ее можно было уже искать. То есть в Беларуси тоже есть пираты? И достаточно много. И помимо того, что в Беларуси их может быть не так много, как в России и в Украине, потому что большая часть порталов, как раз таки, которые скачивают песни для того, чтобы потом их продавать, это вот пираты российские и украинские. А почему именно эта песня, да? Ведь у вас наверняка много разных песен, да? Но вы именно решили на этот трек. Почему? Ну, во-первых, это новая песня, она достаточно провокационная, она, так сказать, символичная в силу того, что наконец-таки уже заканчивается зима и наступает весна. Мы надеемся. И в этой песне мы будем топить лед, потому что весь видеоряд и слова, и песня, оно все единое и целое. Очень интересные, красивые эротические сцены, ну которые вот, что касается до этого... сцен, да. Такого количества откровенных сцен не было еще ни в одном клипе за всю историю белорусского музыкального видео. По словам режиссера Антона Рыщенко, видео вышло в чрезвычайно прекрасном и очень откровенном формате. Друзья, будет очень жарко, и действительно лед будет таять на красивых женских телах. Женских. Женском теле, да, наверное. И мы растопим лед вместе с ну вот, кстати, героиней. Главный герой клипа, да. То есть ты и главная героиня, нашли общий язык не только во время режиссерских дублей, а даже после команды «Стоп». Между тобой и скажи, партнершей нам по видео. По-честному, да, то есть это пресс-релиз, это понятно для журналиста, для привлечения внимания, но по-честному, это там твоя подруга, знакомая девушка? Абсолютно незнакомая девушка, я ее буквально визуально видел несколько раз. Ее зовут Анастасия. Она победительница, вот как раз-таки по
мнению журнала Pink. Я ее увидел, достаточно интересная брюнетка, потому что в силу того, что у нас два предыдущих клипа снимались блондинки, нам захотелось в этом видеоряде видеть брюнетку. Я понял, но между очень дублями... Очень хорошо подошла. Между дублями было все, и было все очень красиво. Вы топили лед между дублями? Во-первых, мы как минимум готовились перед съемкой для того, чтобы хорошо и качественно все это преподнести, и люди поверили. Как готовились? Мы реально репетировали. Ну ты поясни, как репетировали. То есть кровать. Покажи на блондинке, как вы репетировали с брюнеткой. Ну, на самом деле, для того, чтобы сыграть правильно и чтобы люди в тебя поверили, и поверили в эти действия, которые ты будешь производить, необходимо все-таки, как сказать, как вот принюхаться. У тебя был секс с героиней? Это тайна. Я сделал невозмутимое лицо сейчас. Я такой, у тебя был секс? Было все. Ну, на самом деле нет. Я не использую как раз-таки девушек, вот типа все через постель, как говорит, в шоу-бизнесе. Нет. Мы просто очень мило и дружно все отыграли. И это, мне кажется, получится достаточно романтично, сексуально и провокационно. Так, ну хорошо. Далее мы зашли. Обычно я это делаю. Мы заходим на страничку нашего героя, гостя ВКонтакте, в любой соцсети. Ну, в общем-то, сделали это ВКонтакте, цвет алоэ 5. ВКонтакте можете найти Сергея. И, конечно, сканируем слегка, да, то, что именно заинтересовало нас, на что мы обратили внимание. Что вдохновляет тебя? Ты написал «любовь». Безусловно. Это давнее мнение или это актуальнее сейчас? Ну, если там в данный момент отследить все песни, которые в группе «Цвет алоэ» там выходят, и можно, наверное, и как-то проецировать это еще и на мою личную жизнь. Если там, условно, раннее творчество это было некие там нежные, добрые песни, когда романтика. У меня там было, да, романтические Вани. Отношения, где это уже новые песни, это, конечно же, все-таки более взрослая уже аудитория, это красота, секс, любовь и все то, что сейчас... В принципе, нравится и использует молодежь. Скажи мне, откуда в мужчине со щетиной столько ванили? А где ты видишь ваниль? Любовь, секс, доброта. Наркотики? Наркотики нет, наркотики это не ваниль. Ну, на самом деле, я не знаю, что такое ваниль. Вообще, по сути, ты не прав. Ты тоже слишком слащавый и ванильный мальчик, поэтому не обольщайся. Но я это позиционирую. Я, мне кажется, такие... в данный момент достаточно выгляжу побрутальнее, чем ты. А как-то, а? Зато, товарищи, я выгляжу хорошо. Ну, да, 1-0 в пользу Сережи. Надо было сказать Сережи, да. Последнее, на что, в общем-то, я обратила и информацию о тебе, и, в принципе, таращись уже сколько минут, у тебя новая татуировка. Да, да. Расскажи, может быть, немножко можем показать нашим зрителям, да? Здесь я не вижу, она... А какая новая? Здесь, да. Вот она последняя, да? Приблизить. Да, это архангел, ангел Михаил, который защищает, в данный момент меня лично. Вообще простых людей, насколько я знаю. Простых людей, да, и борется с силами зла, и, собственно, для меня это некий знак, и я все делаю осознанно и обдуманно, и, например, чтобы... Как минимум, в спину мне люди, которые будут желать нехорошие, неприятные какие-то вещи, то он будет меня оберегать и охранять. Тебе надо было ее набить, когда повысили растаможку. Ангел, который защищает простых людей. Наша самая болтливая рубрика «Язык развязался». Просто обсуждаем какие-то интересные новости, которые находятся на просторах интернета. Угу. Которые нас заинтересовали в первую очередь. Ну вот смотри, всем известный портал RelaxBuy. Угу. Новость называется «7-минутная история музыки». Как, в принципе, можно быстро рассказать о музыке? Удивительный способ нашел художник-иллюстратор Пабло Моралес. В его 7-минутном видео иллюстрации рассказывается о самых знаменитых композиторах, включая оперных, о блюзе, джазе, роке, металле, электронной музыке. Вы можете узнать, как появилась система нотного письма, услышать пение кастратов и трубадуров, а также познакомиться с первыми хоровыми и органными экспериментами. Приятного вам путешествия. За 7 минут охвачен практически весь музыкальный мир. Можешь пока включить, посмотреть нам, что чего и как. We'll be right back.
Мы не будем полностью смотреть подробно. Вы можете увидеть на релакс-бай, да, и там ничего вся себе. История. Да ладно. Ну, за 7 минут. Так что заходи на релакс, смотри. Вопрос вот связан с музыкой, да, к тебе. Вот ваша музыка, какой это стиль, какая это музыка? У нас сейчас, я бы сказал, наверное, какой-то синт-поп, наверное, если правильно так выражаться. Это некое смешание электронных звуков, качественного бита и гитары. Вот. Раньше у нас больше был такой рок-попс, но в силу там, нашего взросления, как в коллективе, так же и музыкального взросления, мы уже некий свой стиль нашли и в данный момент двигаемся. Музыкальные коллективы или исполнители, на которых вы ориентируетесь? Мне очень нравится творчество группы Coldplay и Maroon 5. Mm-hmm. Наверное, вот Maroon 5 — это одни из моих таких ведущих ребят, которые меня мотивируют и всегда радуют. Тоже к молодежи, журнал для молодых, стиль жизни. Да, да, да. Да, что меня заинтересовало, журнал. Здесь новость, знакомимся по-быстрому. Speed-meeting, speed-dating, угу. Знаешь, что это такое, да? Скажи, ты представляешь, как это выглядит, да, speed-dating? То есть быстрое свидание, партнеры меняются, есть определенное время, когда все пересаживаются на одного человека. Да, интересно, да. Скажи, ты бы поучаствовал вот в таком деле? Я и даже, мало того, я участвовал в этом деле. Ну и как, расскажи, это может быть реальный способ знакомства с интересной девушкой? И лучше ли это, чем в интернете переписываться и выражать свои мысли? Безусловно, и это очень интересно, это очень эффективно. Ты можешь, если у тебя целенаправленно есть 5 минут, и девушка должна тебе понравиться, или ты узнать максимум информации должен, это приводит к тому, что ты максимально узнаешь человека и визуально, и надо тебе... Ты участвовал бы в таком мероприятии, если бы вместо столиков было постель? Каждые 5 минут просто перекладываться к новой девушке. Нет, ну понимаешь, ну если перед этим, наверное, сделаем кастинг. Кастинг девушек, да. Мы же не будем, так сказать, против воли идти, а нужно, чтобы это все было эстетично и красиво. А, прикинь, слепой. В общем, слепой. Да. Ваня, твоя новость. Да, интервью с ведущим визажистом Беларуси Татьяной Цицерук. Сразу вопрос к тебе. Чьими услугами пользуешься ты? Кто создает твой образ? Один ли это человек, либо это много мастеров, либо это твои собственные руки? Ну, я вообще, в принципе, человек, который имеет какой-никакой, но вкус, и люблю выбирать одежду самостоятельно, но что касается там моих там, внешних данных в плане прически, там, наверное, ухода, это, конечно же, безусловно, мои любимые друзья и партнеры «Салон Джоли», а непосредственно это Роберт Калач, стилист. Ну, в общем-то, где гуляет и в каком образе Сергей Лобковский, вы можете увидеть из фотоотчетов на minskygeometria.ru. Да, безусловно. Все фотографии, репортажи, интервью. Заходим и ищем там Сергея Лобковского. Скажи, ты как относишься к танцам? Положительно. Я очень люблю танцующих людей. Я всегда восхищает меня женская красота и изящество в танце. И безумно обожаю смотреть, когда девушки красиво двигаются, будь то бы на сцене, будь то бы это девушка даже танцующая не стриптиз, а гоу-го. Но на самом деле, если вдруг ты посчитаешь, что у тебя к этому талант, или знаешь каких-то твоих друзей, знакомых, которые реально круто танцуют, они могут прийти на кастинг в украинское шоу «Танцуют все», которое будет как филиал проводиться у нас в Минске. Класс. Танцоры всех направлений, всех стилей будут соревноваться уже позже за звание лучшего танцора этого проекта. Вознаграждение, что важно, это 500 тысяч гривен или 62 тысячи долларов и возможность посещения мастер-класса. Надо совершенствовать топанье ногой. Да. 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 Блестели друзья, глаза сразу у белорусов. Да. Кастинг в Минске состоится по улице Саперов 5. В общем-то, все, вся информация все, есть. 16-17 марта. Саперов, да. И вообще. Не знаю, как вы, я думаю, сходить 16-17 марта. Загрянем все вместе. Решили мы отсканировать тебя, Сергей, с помощью твоих же фотографий. Давай попробуем как-нибудь смешно назвать каждое твое фото, которое мы заготовили. Ну, как бы ты назвал эту фотографию? Белая женщина готовится к съемках в фильме «Звонок». Мне вот интересно, почему ты отвернулся? Ты, мне кажется, ищешь полотенце. Я ищу. А что я ищу? Я ищу камеру. Здесь как раз-таки, да, конец съемок, жарится шашлык, все счастливы, это меловые карьеры. И я уже, когда показываю язык, значит, как минимум я выпил 50 грамм вина. О, боже ты мой, очень классная фотка, она меня радует. Это кастинг «Поющие города», город Береза, уже второй зал.
Ну, видите, там 670, это реально 684, это люди, которые прошли этот кастинг. Похоже на место преступления. Да, это одно из ДК, и я уже здесь безумно уставший. Вот то, чего мы ждали, да. Наконец-то. Те самые откровенные сцены клипа, да, с брюнеткой. Ну, наконец-таки. Ну что ж, красивая девушка в расцвете сил, ей всего лишь 18. У нас 10 лет разницы, практически не чувствуется никакой дистанции. Все очень эротично, очень красиво и мило. Хотя некоторые выражали, что пошло. Это те люди, которые либо завидуют, либо хотели бы оказаться на моем месте. Ну, мне так тоже кажется. Пошло. Пошло. Я хочу пошло смотреть на твоем месте, немецкое порно ночью под одеялом. А это не пошло, это красиво. О, боже ты мой. Но мы не могли эту фотографию не показать. Почему, боже мой? Я здесь ужасный. Это тот период, когда якобы нас там собрали, сказали, вы самые сексуальные мужики в Беларуси и завидные, типа. Я на тот момент приехал с Москвы, был не в лучшей физической форме, наверное, и меня сразу же потянули на эту съемочную площадку, сказали, что все будет круто. Вышло так себе, я этой фотографией не очень доволен, но в любом случае это вышло, вызвало некий... Общественный интерес. Общественный интерес. Итак, только что мы просмотрели ролик наших друзей, партнеров Парус Джинс, но, к сожалению, мы сегодня не в их одежде. У нас сегодня целый прямо... Вообще. У нас сегодня калейдоскоп. Калейдоскоп, да. Например, можете посмотреть на яркий пиджак, от которого я просто тащусь. Замечательный белорусский дизайнер Наташа Леховец потрудилась для того, чтобы я выглядел ярко. Здорово. Сергей. Как в стилягах? Как в стилягах, да. Но я просто решил, что у меня все будет клетка. Круто. Сергей, кто одевал тебя? Во-первых, я одевался сам. Ну, если ты про утро, да? А так вообще у меня есть стилист, потрясающий человек, который уже вот год работает у меня, так сказать, над образом и работает с моей головой. Это Роберт Калач, стилист салона Джоли. Мне кажется, минимальная реклама, да. Мне кажется, за этот год Роберт уже даже сделал расческу, которая подходит под форму. Именно. Именно так. Ну и обо мне, да, все-таки одевалась-то я тоже сама, но главное на девушке, на любой все-таки, это, конечно, украшение. А у меня, не видишь, свои буквы. Ну, как приятно, и вот дорогая. Так, и вот так. Что ты делаешь сегодня вечером? Это готовилась? Магазин Cream Carol, да, действительно. Обалдеть. Так что заходите, ребята. Да. Я понял, что я подарю сегодня Наталье Фоткиной на день рождения. Вот, серьезно. Сережки с моим именем. Вот видите, как все продается. Все очень просто. Ну, а мы переходим к следующей рубрике. Рубрика «Глухарь». Сергей, у нас уже с Юлей давным-давно идет война. Да. Юля никак не может у меня выиграть. Твоя задача сейчас отгадать хотя бы два из четырех звуков, которые для тебя прозвучат. Если ты угадаешь два, так и быть. Я Юле отдам победу и отдам 100 тысяч белорусских рублей. Если ты отгадаешь меньше, чем два звука, к сожалению, Юля снова будет торчать. Снова должна. Я понял. Причем там вексель уже достигает практически 800 тысяч белорусских рублей. Итак, Сергей отгадывает звуки. Первый звук. Поехали. Да, боже ты мой, это как это, как дождь? Нет. Нет, у тебя три попытки на каждый звук, это не дождь, еще. Да. Высмаркивается кто-то? Ну, у меня такое чувство, что кто-то сидит в туалете. А, нет. Ну, похоже, еще одна попытка у тебя есть, третья. Это связано с праздниками, давай так. А, с праздниками? С праздниками? Да. Я даже подсказку дал, мне вас становится жалко. Это шарик. Шарик! Я практически хотел уже сделать 1-0 в свою пользу. Да, вот так сдувается шарик. Круто. Ну что, 1-0 в пользу Светлого, в пользу Сергея Лобковского. Второй. Это не связано с праздниками. Это разбитое стекло? Нет. Это фрукт какой-то или что-то падает? Вторая попытка. А давайте будем... Что-то разрезали и упало так... Как будто кому-то голову отрезали, она упала, покатилась. Может быть, это действительно какой-то фрукт? Нет, который не фрукт. Разбился о стену? Нет, а не еще фрукт, раз, пожалуйста. Близко. Это не связано с праздниками. Вот оно как. Подсказка? Нет. Помощь зала? Нет. Звонок другу? Нет.
Это пакет с водой разбившийся. Нет, тебе надо было слушать Юлю, это отрубленная голова. Да ладно. Да. Это кощунство. Да ладно. Я вообще совершенно... Я серьезно не слышала эти звуки. Отрубленная голова. Начали с праздников, закончили не праздниками. 1-1, третий звук. Моющаяся посуда? Нет, ну близко. Это посуда, но что-то происходит. Варит что-нибудь. Как будто ложки, вилки. Сервирует? Ну почти, почти. Ложки, вилки так делают? Уже полбала есть. Это ложки, вилки. Тихо. Это массовое действие. Ну поедание. Поедание. Да, 2-1 все-таки, Юля. Должна мне. Сегодня все-таки... Минус 100 тысяч, да. Да, минус 100. Ну, а что, мы выиграли? Звук. Мы выиграли уже, последний звук престижа. Может быть, я хоть на ничью высуну сегодня, но... Это расстроенные цимбалы. Нет. Ну, это игра на клавесине, по-моему. Нет, это был звук шарманки. Подожди, все-таки... так а ты мне, мы же не отметили. А, ты... это шарманка, точно. Да. Но мы все равно выиграли, я тебе скажу, это первый раз, когда это я выиграл. Ты первый, ну да. Все, я счастлив, что мы счастливы ура. Вместе. Ура, друзья, ты спасибо. Первый, да. Итак, рубрика «Патриот». В чем же суть этой рубрики, Сергей? Вот скажи, ты любишь свою страну? Я безумно люблю, я патриот. А, то есть любые события, которые происходят в нашей республике, тебя радуют? Безусловно. Безусловно. Я не просто так к этому всему подвожу. У тебя есть водительское удостоверение? Да. Есть. Да. А какое у тебя авто? Ну, если не секрет. У меня их несколько. Ох, оно. 184, 7788. Хорошо, повседневный какой? Ну, чаще, на котором ездишь. Opel. Ты знаешь, что совсем недавно уже, в принципе, стал на конвейер новый белорусско-китайский автомобиль «Джили»? Знает. Да, знаю. Да. Естественно, знает, да. Этому и будет посвящена следующая рубрика. Твоя задача сейчас на белорусском языке озвучить всеми известный момент из известного фильма «Властелин колец». Смотрел? Да. Смотрел, да. Буквально недавно пересмотрел. Фрагмент будет одну минутку, и там разыграешь сцену. Озвучишь. Два белоруса обсуждают появление «Джили». «Джили» — это новый белорусский-китайский автомобиль. Белорусский язык, ты переводчик. Да. Да, окей. Цвет голова. Цвет голова. Голова. Ну что, Сергей, попробуем с тобой стать двумя белорусами, которые обсуждают появление нового «Джили». «Джили, пора покупать. Не надо этот автомобиль». «Да ладно. Сусед сказал, ест мало соляры». «Кто сказал, сусед?» «Да». «Сусед тебе обманывает». Подману он тебе. А ты сам ездил на «Джили»? Я ездил на «Джоли». «Джоли? Кто это такая? Не веду я такой «Джоли». Езди на «Джили». Не, на «Джоли» прикольней. Прикольней. Слышишь меня? «Джоли»? Это та тёлка с губами. Такая пухлая. Пухлая. Пухлая? Да она не пухлая. Ага, у нее и не одна пухлая, у нее и другая пухлая. Олеж, я повешу ее фото у «Джили». У «Джили»? Да, у «Джили». И буду ездить по МКАДу, глядеть на «Джоли» у «Джили». Да, и все мне будут заиздростить. «Джили!» «Да! Джили!» А это же вы полностью, целиком покажете? Ну, там Лера подмонтирует, чтоб пауз не было. А может, и полностью. Ну, раз проводочки с собой тянем. «Джили! Джоли!» Пойдемте, ребята. Итак, следующая рубрика. Сейчас кого-то будет не по-детски переть. Да уже и так прет, собственно. Но переть в ухо, да. Юль, рассказывай, что сейчас будем делать с Сергеем. Замечательная рубрика, она у нас не часто. В общем-то, твоя задача взять эти наушники. Так. Ты услышишь некий звук. Так. Твоя задача показать всем нашим зрителям, кто исполняет эту песню. Ты можешь показывать как-то там длину волос или пол, или даже губами проговариваешь, что-то там двигается. Тот, кто отгадает данного исполнителя, получит от наших друзей и партнеров салона красоты «Муссон»
Подарок, абонемент в солярий на полчаса. Ну что ж, Сергей, готов? Да. Не, подсказывать ухо мы не задвигалось. Будем. Наверное, подсказку первую мы все-таки дадим. Это белорусская исполнительница. Она одна. Один палец у артистки. Длинные волосы. Она монашка. Да. Она делает так. Это единственная девушка на белорусской эстраде, которая умеет гулять талией. Мы потанцовка, да? Мы потанцовка. Мы потанцовка, да? Значит, у нее есть потанцовка. Она в экранах такая метро. Вся... Так, по телевизору отлично. Везде. По телевизору везде. Будут показывать ее. Будут показывать. Вся страна будет смотреть. Ну что, друзья? И главное, что набирать на телефоне что-то и этой артистке писать какие-то слова. По-моему, интересные. Вы уже все спалили, друзья. Да. Первый, кто отгадает имя и фамилию этой артистки, получит от нас подарок, абонемент, бесплатный абонемент в солярий салона Мусон. Можем оставить Сергея. Да, можем оставить Сергея. Рубрика «Легкотня». Сергей, мы с Юлей ведем рейтинг. Рейтинг объема легких каждого гостя. Угу. Сейчас твоя задача максимально задержать дыхание. А мы с Юлей в это время будем читать какие-то факты, новости о тебе. Они могут быть как правдивыми, угу. так и неправдивыми. Ты, конечно, можешь нас перебить, но на этом твой рекорд, собственно говоря, остановится. Угу. А мне нужно набрать дыхание и задержать? Да, задержать как можно дольше. Да. То есть пока я матом не начну ругаться. Пока ты матом, да. пока Окей. ты не ударишь меня. Хорошо. Или Юля. Да. Ну что ж. Да. Готов? Сейчас. Давайте. 3, 4, поехали. Сергей Лобковский родился 8 марта. Это круто. Не так давно Сергей заявлял, что теперь его называть только Сергей Алоэ. Сергей мечтает о роли ведущего корпоративов. За строгое судейство Beauty Battle Сергей Лобковский чуть не остался без волос. Друзья, поддержите группу «Цвет Алоэ» с клипом «Останься в народном чарте», так как до вылета осталось мало. Для своих причесок Сергей раз в месяц покупает бутыль дистиллированной воды и килограмм сахара. Сергей Лобковский ищет невесту среди фабричных девчонок. Группа «Фабрика» готовит дуэт с белорусским артистом. Были разные варианты названия группы Сергея. Запах подорожника, вкус на шатыря, звук лопухов и осязание крапивы. Но, как видите, остановились на цвет алоэ. Цитата Сергея. Можете придумать себе любой смысл в жизни, но только в любви вы найдете себя настоящих. В Инстаграме Сергей чаще фотографирует своего кота, чем себя. На взгляд Сергея оптимальный возраст, чтобы обзавестись семьей, 30-32. Еще время есть. Не поздно. Сергей верит гороскопам. Избранница Сергея должна быть настоящей и искренней. Сергей считает, что брюнетки умнее. Вот они стереотипы на лицо, Юля. Сергей перестал ездить в метро после того, как там стали крутить его клипы. Стоп, на клипах, да, я знал. Минута 23. Минута 23. Кстати, Сергей, я тебе скажу, что очень неплохое. Показатель. Да, да, серьезно. Примерно третье место. Я сейчас не могу точно вспомнить. В архивах сердцеедов. Кто выдержал больше? Паш Сыраешкин, я думаю. Нет, больше всех выдержал Йок Факир Николай Шахлевич там за 3 минуты. Рубрика «Ветер в голове». Мы проверяем, Сергей, какой все-таки ветер дует, так сказать, в твоих волосах. Мне кажется, да, он дует просто из мозга вверх. Возможно. Но мы сейчас узнаем. У нас блиц-опрос. Твоя задача только заканчивать те фразы, которые мы начинаем. И угу. не думать особо. Первая попавшаяся мысль. Хорошо. Готов? Мне кажется, Сергей с этим справится. Поехали. Я лучший. Безусловно. Я никудышный. Не совсем. Никогда не прощу. Прощу. Моя слабость. Женщины. Ах, эти сердцееды. Возможно. Ненавижу. Козлов. Музыка – это? Жизнь. Интернет – это? Разврат. Мои родители против? Плохих девочек. Моя девушка за? Постоянный секс. Отлично, хорошо. Мне кажется, действительно. Вот мы и выяснили, что у него есть девушка. Нет! Нету. Ну что ж, интересно, никогда не прощу, прощу. То есть... Есть тебе такой минус? Или это так? А почему это минус? Ну, все всем прощать. Я не сказала бы, что это плюс.
не но совсем. Но тут же фраза касалась как раз-таки «никогда не прощу». Возможно, есть что-то, что ты никогда не вот простишь. Вот что ты не простишь, вот 100%, если сейчас задуматься. Не простишь никогда в жизни. Ну, тупо говорить там измену. Наверное, измену не физическую, а в голове измену. Ну и, конечно же, предательство близких людей, которые там всю жизнь со мной были. Хорошо, я лучше, несомненно, откуда такая оценка себя высокая? А это плюс один к карме за счет твоих сережек, Да, вы меня просто так расположили, что поэтому я так ответил. Что теперь мы обратно хотите меня расположить. Да. Спускаемся с небес. Я здесь. Сережки все-таки посвящены Льву Лещенко. Я понял уже. Да, поэтому все. Почему я лучше, без сомнения? А ты сомневаешься? Да. Почему? Потому что нет лучших людей. Бабы. У всех есть какой-то минус. Пока Ваня тебе подлизывается, ему видно, что-то нужно. Ты во всем ищешь какие-то зацепки, если что касается ответов. Ну, человек не так прост, как он кажется. Возможно. Не хочет отвечать. Ну ладно, вы обратили на это внимание? Обратили. Я это не вырежу. Ну что ж, у нас сейчас рубрика, которую очень любит Иван Величко. Потому что я ее придумал, и если ты не справишься с заданием, получишь по губам. Серьезно? Так и называется рубрика «По губам». Что это так. Хорошо. Это розыгрыш. Тебе нужно сейчас будет сделать звонок в прямом эфире. Так. И попытаться... какую-то легенду протолкнуть человеку в уши. Но прежде чем мы расскажем тебе, что и почему, покажем маленький отрывок бэкстейдж, так сказать, с нашего эфира, с одним исполнителем. С позапрошлого эфира, да. Конечно, вот на днях вот цветолоя группа. Так. Да? Да, отлично. Да, 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 цветолоя, мы прошлись по цветолоя, что там? Опа. Я тебе скажу больше. Понял, мы так фоткались, все-все-все. Вот так вот. Да ладно, мем твоих татух, он проходился, наверное, сквозь весь эфир, и ты сейчас будешь звонить Виталию Карпанову. Он об этом не знает. Он не знает о том, что будешь звонить ему ты. Легенда следующая. Ты должен пригласить Виталия к себе в деревню на юбилей бабушки, но чтобы ты он не спел. Сергей Лобковский. Без артистов, просто... без микрофонов, за он сотку. Он мой голос узнает. За сотку. Ну, а ты скажи как-нибудь там. Здрасте, я Петя. Давайте. Петр Петрович. Okay. Итак, звонок, за звонок сотку. Виталию бабушке Карпанову. Бабушке можно без микрофона. Да, за сотку. Главное подержаться 3 минуты. Девчонка, пускай будет деревня. Алло. Алло, Виталий? Да. Здравствуйте. Да. Виталий, скажите, коли ласка, вот у меня юбилей будет в деревне Ячонка. Хотели бы вас пригласить выступить. Песни 3-4. А кто это? Ну, я Василий, мне просто дали ваш телефон. А кто дал, если не секрет? А я был на Белтелерадио компании, Карась мне дал такие. Ага, а где, когда ваш юбилей? Это будет 13 апреля. Ну, давайте споем. А где это будет? Где какой деревни? Ячонка, Ячонка. А что это за машонка такая в деревне? А вы не видите Ячонку? Машонка это под знаю, Минском, под Минском. Не, под Минском, да. Ну прикольно, ну давайте выступим. Виталий, ну есть бюджет у нас. А кольки вы стоите? Ну, стоим там мы за предельным денег. А какие у вас бюджет? Давайте отталкиваться. Ну, мы рассчитываем дед на миллион. Нормальная цифра, кстати. Миллион. Так, хорошо. Больше нема. Не. Пятерки не достанем, да, пятерку миллионов. Ну, это ж не ДК, понимаете. Вы просто приедете, можете и без группы. Ну... Хорошо, давайте я помечу, приедем, что-нибудь придумаем. Полтора тоже не вытянем, только миллион, да? Ну, можно и полтора, но вы песен 4 где-то, да, споете? Дадим, дадим. Да? 4. Отлично. Виталий, не кладите трубку. Телерадиошоу «Сердцееды». Виталик, привет тебе от группы «Цветолой», твоих любимых кумиров. Ну, я так и понял, да, ребята. Привет, друзья. Привет. Ребята, давайте разберемся. Я уже как бы уже эти 1.5 миллиона потратил, между прочим, вот сейчас. Где хотите, там и ищите. Ты снял 2 клипа? Новый, да. на айфон. И новое приложение скачал. Нормально. Виталик, ну, хоть правдоподобно немного было? Не, вот когда ты сказал «у апрели», это не «у апрели», не «декабрь». Я уже понял, что...
что там у кого апрелла и какая масонка деревня. Ладно, это Виталик, палево. Ты знаешь, какой дорогой эфир на тут бае. Ага. Виталик. Спасибо большое. Давайте закончить, девушка. Спасибо, Виталик, большое. Пойдем дальше мучить Сергея. Мне понравилось. Давайте, держите. Только осторожно, осторожно не мучайте, потому что в нашей стране только два чувака, которые каждый месяц снимают клип. Сергей и я. Если вы сейчас его замучаете, мне придется одному отдуваться. Ну что, уважаемые друзья, подошел к концу наш, пожалуй, достаточно активный эфир. Сегодня в гостях у нас был Сергей Лобковский, солист, лидер группы «Цвет алоэ». Что можно о нем сказать? Сергей, как мне кажется, очень добрый человек, очень ранимый, потому что если кто-то считает его пафосным, наглым самцом, то я думаю, что это скорее тот образ, который он для себя сейчас сделал, и он в нем находится, и это, в принципе, ну, правильно, но это не так, я не думаю, что он на самом деле с друзьями на рыбалке такой человек. Пафосный, наглый самец здесь только один, это я. Да. Сергей Лобковский – полная противоположность моей негативной личности. Знаешь, что мне понравилось? Что он, в принципе, достаточно прост, когда разговариваешь на какие-то общие темы, не пафосно совершенно. Но когда ты затронула тему личной жизни, как-то Сергей начал закрываться. Ну, знаешь, это, наверное, нормально, чем говорить какие-то непонятные вещи, выставлять себя героем. Да, есть какие-то обиды, есть какие-то сложности в жизни. Не всегда же быть нарциссом, как некоторые. Мне кажется, сегодня важно то, что группе «Цвет алоэ» исполняется 5 лет. Да, это мы важно, правда. Мы с тобой, телерадио-шоу «Сердцееды», от всей души, наверное, поздравляют группу. Честно-пречестно, да. Творческих успехов. Двигайтесь новых дальше. Поклонниц, новых чтобы, поклонниц, чтобы, в общем-то, рост поклонниц, их целевая аудитория группы росла вместе с развитием команды. Ну, кстати, мы с тобой новый клип посмотрим на пресс-конференции. Да. И, пожалуй, ждем новых клипов от группы «Цвет алоэ». Да. Ну что? Ждем. С днем рождения, Цвет алоэ. С днем рождения!